Его выбрали из 30 тысяч человек. Он пел на всю Украину, но вернулся в Анапу. Так в чем же тот самый X-фактор? Настоящая битва разгорелась за звание лучшего гитариста Кубани. Голливудские страсти по Джимми Хендриксу. Он переселил себя в мультфильм и там же нашел жену. Рисованная жизнь краснодарского аниматора Виталия Мовши. Этих солистов окрестили вокальным спецназом. Почему за рубежом их знают лучше, чем в России, расскажет худрук хора «Пересвет». И, наконец, Дюжев покажет «Свободную любовь», а мировые кинозвезды и заплачут, и запоют одновременно. Афишируем будущую неделю. В жизни есть масса увлекательного, и мы вам это покажем прямо сейчас, без политики. Доброго дня. Чума на оба наших театра. Только так и назовешь ситуацию с городскими домами мельпомены. Из молодежного театра ушел Иван Чиров. Зрители знают его как Кирсанова в спектакле «Отцы и дети», Трусоцкого в «Вечном муже», Бронислава Пупкова в «Чудиках» и еще по многим ролям. Причина – художественные разногласия с руководством и мизерная зарплата актеров. Волна увольнений докатилась и до драмтеатра, заслуженной актрисы России, без которой зрители не представляют себе многие спектакли. Вера Великанова больше не играет в драматическом театре. Вот как она это прокомментировала. Я родилась в театре, я выросла в театре, я всю свою жизнь проработала, я без театра себя не мыслю, поэтому я ухожу. Театра нет. Есть предприятие по организации культурно-массовых мероприятий. Добавлю, что Вера Великанова на сцене драмтеатра за 26 лет сыграла Элизу Дулиттл в «Пигмалионе», Елену Андреевну в «Дяде Ване», Мирандолину в «Трактирщике» и десятки других ролей. Актрису не устраивает отношение руководства к труппе театра. Но ни Чиров, ни Великанова из профессии уходить не собираются, так что мы еще увидим актеров на сцене, а Вера Великанова даже подумывает о создании собственного театра. Ну вот артисты уходят, а кто приходит? Фотографы. Краснодарские фотомастера вооружились аппаратами и массово отправились в театры за неожиданными и впечатляющими снимками. Лучшие станут победителями городского конкурса «Театральное закулисье». Он стартовал на неделе. Авторы, а их 46 человек, уже побывали в театре кукол и заглянули в самые укромные уголки – бутафорский цех и костюмерную. Снимать в театре увлекательно, но сложно. Фотохудожникам приходится не только учитывать особенности театрального освещения, но и соблюдать неписанные правила, не отвлекать актеров, не мешать зрителям и, конечно, не рушить декорации. Правила фотографам огласили на предварительном собрании и там же рассказали, зачем вообще придумали театральное закулисье. Основная, я думаю, цель все-таки это оставить след в истории вообще именно краснодарских театров. То есть, я думаю, если будет проведена эта же самая выставка лет через там, 40-50, вот, то это будет намного более ценно. Закулисье посвящено еще одной дате. 2013-й назван годом Станиславского. В январе отметили 150-летний юбилей легендарного театрального режиссера. Тем временем наши земляки продолжают покорять телевизоры. Илья Ефимов из Анапы попал на украинское песенное шоу «X-Factor». Причем случайно. О конкурсе узнал от друзей и любопытства ради отправил анкету. Анапчанина отобрали из 30 тысяч человек. До суперфинала он не дошел, но успел завоевать армию поклонниц и раскусить некоторые секреты проекта. Какой же фактор сыграл с Ильей злую шутку и есть ли жизнь после шоу, выясняла Полина Каратенко. Качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Его тембр голоса сравнивают с вокалом Лепса, телегеничную внешность с образом Стаса Пьехи. 21-летний Илья Ефимов поет и мыслит не по годам зрело. Это заметили и зрители, и судьи проекта «X-Factor». Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что будет голосовать за Илью, если тот подастся политику. А певица Ирина Дубцова почувствовала надежное мужское плечо юноши. Я скажу, пожалуй, от всей женской аудитории, которая сейчас на тебя смотрела, которая тебя слушала, которая видела все то, что есть у тебя в глазах. Хочется в этот дом, хочется готовить тебе обед, пока ты сажаешь дерево, и хочется, чтобы сын был похож на тебя. Молодец, настоящий мужчина.
Несмотря на симпатии, Илья свое отпел быстро. Выбыл после третьего эфира. Финалистов выбирали зрители, они отправляли СМС. Здесь все честно, утверждает Илья, ведь украинский конкурс – это франшиза британского проекта «The X Factor», самого популярного в мире талант-шоу. Но в формате реалити не все так реально. Участникам шоу тщательно прописали роли. Юный анапчанин в музыкальный спектакль не вписался. Я хочу быть собой. Я не хочу быть каким-то таксистом тем же самым. Я не хочу быть каким-то бедным родственником, которому не повезло так в жизни, что он, ну, как бы страдает. Я не люблю, когда вот такими путями добиваются каких-то своих целей. «Икс-фактор» подарил артисту опыт и поклонников, а вот продюсера в комплекте не прилагалось. Как говорится, на шоу надейся, а сам не плашай. Пока анапчанин еще дрейфует на волнах славы. Теперь, когда его страничка в интернете ежедневно штурмует армия фанатов, он просто обязан держаться на плаву. В Анапе у восходящей звезды есть все для творчества. Родной дом, небольшая студия и любимая девушка. Я люблю тебя, я люблю тебя, очень узами любви, связан я с тобой прочно. Раньше Илья подрабатывал в кабаках, теперь твердо решил чужие песни больше не перепевать. Да и зачем? Артист сам пишет и тексты, и музыку. Каждый день пополняет свой багаж чем-то новым. Я хочу, чтобы люди стали лучше благодаря мне, все люди планеты. Это вот такая моя цель глобальная. А более земная цель – это как бы писать, выпускать, петь свои песни на большом, ну, как бы на высоком уровне. А пока ни кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Приручить птицу счастья не так просто, как накормить анапских пернатых. Лебедь хоть и гордая птица, но чужой помощи не отказывается. Вот и Илье предстоит найти руку помощи заветным контрактом. Полина Каратенко, Евгений Желай, «Факты без политики», 9 канал, Анапа. Еще одно открытие с берегов Черного моря. Его имя менее известно, чем имя Игоря Бутмана, но это дело времени, говорят критики. В Анапе виртуозную игру на саксофоне показал Никита Зимин, один из немногих гастролирующих российских музыкантов-духовников. Имеется в виду академический саксофон, джазовых и эстрадных исполнителей хватает. История Никиты началась в Вологде, где он родился, а продолжилась в Москве и Париже. Стипендиат фонда Ростроповича и выпускник Гнесинки, сейчас Никита учится в Парижской национальной консерватории у известного мастера, профессора Клода де Лянгла. Результаты обучения в двух великих школах, русской и французской, и услышали анапчане. Своего первого учителя Никита встретил на улице. Тот играл на саксофоне. Пройти мимо 11-летний мальчик не смог. Русская школа, признается музыкант, во многом сделала его тем, кто он есть сейчас. А вот отшлифовать свое мастерство ему помогли во Франции. Если сравнивать в целом, то у нас более такое духовно-масштабное, а там более именно больше уклон идет на эстетику, на красоту, на изящность, на легкость техники, на легкость технологии и на полной свободе владения твоим инструментом. Добавлю, что для анапчан подобные выступления вошли в хорошую привычку. На курорте уже четвертый год проходят концерты под общим названием «Магия классической музыки». Исследования студента Кубанского госуниверситета помогут аграриям. Максим Цатурян придумал, как бороться с грибками, поражающими тепличные растения. А сделать это можно при помощи специального аппарата-электролизатора. Электрический ток подается в жидкость, которая затем и используется как удобрение. Этот метод очистки воды давно применяется в медицине, а спасатели с помощью электролизатора очищают жидкость в природных условиях. Краснодарский студент решил применить этот способ и в сельском хозяйстве. Этот метод безреагентный, то есть происходит просто обработка раствора без добавления каких-то внешних компонентов химических. То есть с помощью регулировки pH питательного раствора и с помощью того, что благодаря активной форме кислорода происходит подкисление. Кроме того, говорит исследователь, новая технология позволит вдвое сэкономить затраты на обработку удобрений. Исследования сейчас в самом разгаре, аппарат совершенствуется. В конце года Максим Цатурян планирует опробовать его в тепличных условиях.
Следующий герой тоже в каком-то роде изобретатель. Он хоть давно и не ребенок, но мультфильмы любит не меньше малышей. Больше того, создает их сам. Виталий Мовша усовершенствовал русскую народную сказку «Теремок», добавил нового персонажа – Вольтика. Именно этот герой и помог мультипликатору создать семью. Все секреты анимационной и реальной жизни разведала Екатерина Славянская. Высоковольтная искра пробежала не только на экране, но и в жизни между Аленой и Виталием. Отважным мультгероем. Это классические персонажи сказки «Теремок». Вот, и добавляем мы главного, Вольтика. Угу. Вот. Ну, пускай Вольтик будет похож на Незнайку. Меня заинтересовало, он там носился, бегал со всеми, там общался, думал, что интересно. Как организатор он там выяснилось был. 5 лет назад Виталий создал творческое объединение «Две вороны». Название пришло само собой и оказалось пророческим. Второй вороной стала жена. Она рисует персонажи, он их оживляет. Зарабатывать тем, что тебе нравится, можно, говорит Виталий. В месяц мультипликатор получает до 25 тысяч рублей. И это не предел. Все зависит от желания, упорства и качества. Ориентир для Виталия – советские мультфильмы. Я тучка, 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 я вовсе не медведь, а как приятно тучки и по-нему лететь. Мультфильмы должны нести принципы доброты, взаимопомощи, уважения к близким, к семье. Я считаю, это главные принципы. Вот только эти принципы нынче не в моде. Некоммерческие проекты можно по пальцам пересчитать. Вкладывать деньги заказчики анимации предпочитают прежде всего в рекламу, сетует Виталий. В мечтах у мультипликатора снять офис, где трудилась бы целая мульткоманда. Чтобы собрать ее, Виталий проводит мастер-классы. Но я расскажу вам, как его сделать. Как его сделать, вы можете даже сегодня вечером прийти, как-то набросать идеи, сделать, может быть, сходу. А пока вороны только две – упорная работа и отдых, тоже за компьютером. В свободное от заказов время Виталий создал своего анимированного двойника. По ту сторону монитора вскоре окажутся и лучшие друзья. Пока это только развлечение. Но кто знает, может, в скором будущем эти персонажи станут популярнее своих прообразов, как и новый мультведущий «Фактов без политики». Екатерина Славянская, Михаил Байправ, Михаил Власенко. «Факты без политики». Краснодар. Названо имя лучшего гитариста Кубани. В Краснодаре прошел финал батла «Are You Experienced?». Напомню, конкурс посвятили легендарному американскому гитаристу Джимми Хендриксу и назвали в честь его первого альбома «Вы опытный?». Так он дословно переводится. Как оказалось, опыт для гитариста не главное. В конкурсе играли музыканты с 30-летним стажем, но зрители были уверены, победит молодость и эпатаж. Чем закончился батл и почему превратился в баталию? Слово Полине Коротенко. Герман Мамаев – самый юный участник проекта, он же самый популярный. Фанаты Геры буквально трепетали от восторга, пока тот яростно перебирал струны. Это я играл в начале произведения, потом я на тему произведения импровизировал, а потом я опять играл произведение. Потом опять импровизировал, оно закончилось, и оно тут же перешло в кавер Джимми. Консервативные судьи метаморфоз не оценили. Развязному гитаристу не помог ни автограф Хендрикса на шее, ни опыт обучения в Беркли, одном из самых успешных колледжей штатов. Музыкальные пируэты заслуженные артисты Кубани признали дилетантскими. Там была неясная фразировка, понимаете, непонятная была. И много, и потом само содержание, да, Герман, само содержание там... Мы не могли понять форму, в какой он играет форму. За победой гнались 7 финалистов. Среди них и темная лошадка, не местный, Александр Чернышков. Конкуренты мелодичный блюз слушали настороженно. Обычные гости наслаждались романтикой. Победитель награждается. Не из нашего города, к сожалению. Лучший гитарист Кубани родом из Челябинска. Александр только год назад перебрался в Сочи. Говорит, в Краснодарском крае на музыку спрос больше. Прежде виртуоз выступает в кафе, подрабатывает на корпоративах и свадьбах. Оказалось, Александр не учился музыке профессионально. Гитару покорял по самоучителю. Однако именно его выступление поразило опытных экспертов. У него была потрясающая культура звука.
Александр стесняется громких эпитетов и своей победы. Говорит, музыка – это не спорт, и на тусовку в Краснодар приехал ради самовыражения. Выражая свою мысль через слова, я становлюсь косноязычным и очень скучным. А как-то через гитару оно немножко проще. Зато краснодарской публике красноречие не занимать. Расстроенные фанаты провал своего героя оправдали географически. Блин, Сочи! Все публика! Гитарный баттл в честь легендарного хиппи обошелся без драк. Победитель вовремя скрылся от меломанов. Правда, без победного трофея Fender Stratocaster. Сказали, американскую гитару задержали на таможне. Что, может, и к лучшему. Дорогой приз могли повредить, как и самого призера. Полина Каратенко, Евгений Жилай, «Факты без политики», 9 канал. Какие все-таки активные и воинственные. Тут, наверное, требуется вокальный спецназ. Или музыкальная дружина. Так называет себя московский мужской хор «Пересвет», который проехался по Кубани на прошлой неделе. Певцы-дружинники выступили в Краснодаре, Новороссийске и Тихорецке. В «Пересвете» 11 солистов, и каждый одарен самобытным тембром, яркой харизмой. Коллектив создан в середине 90-х при Русской Православной Церкви и носит гордое имя русского богатыря Александра Пересвета. Его репертуар – это музыкальная летопись России с 15 по 21 век. Вокалисты создают музыку без инструментов, многие композиции исполняют только голосом, причем как исторические церковные песни, так и современную мировую эстраду. Сербский музыкант и композитор Горан Брегович назвал «Пересвет» лучшим мужским хором в России. Ну, почему при такой популярности на Западе хор мало известен в России? Накануне концерта мы прошлись по главной улице Краснодара вместе с художественным руководителем «Пересвета» Дмитрием Юденковым, и вот что он рассказал. Дмитрий, я вас пригласил на улицу Красную, потому что есть у нас такая традиция в Краснодаре. В выходные полностью перекрывается главная улица города. Угу. И вот горожане назначают здесь встречи, гуляют, встречают знакомых. Вот. Ну и вы заодно посмотрите город. Город симпатичный. Вообще приятно, конечно, когда ездишь по России и видишь города, в которых есть ухоженность, есть свое лицо. Ну и есть динамизм и развитие. Это очень важно, поскольку мы много проездили по миру. И тем не менее являемся именно российскими гражданами и патриотами. И приятно, когда приезжаешь куда-то и видишь, что у нас как минимум не хуже. Это замечательно. Есть еще Россия, не только Москва. Вот об этом разговор. Да, это очень важный момент. Поскольку... А у вас москвичи играют? Наш коллектив, по сути, является московским только по прописке. У меня в коллективе собраны люди от Таганрога до Приморского края. Вот москвичей по рождению 2 человека. Ну, самых лучших, скажем так. Скажите, а почему вот хор «Пересвет» существует уже 15 лет, насколько я знаю? Да. Но он неизвестен так широко, как, например, тот же хор «Турецкого». Да? Такое раскрученное имя. Да. Ну, ничего не хочу сказать плохого о Мише Турецком. Мы знаем друг друга. У него работают неплохие музыканты. Некоторые, кстати, у меня в коллективе работали. Большую роль сыграл, как, насколько мы знаем, Иосиф Давыдович Кобзон. Мы вынуждены были, несмотря на то, что национально ориентированный коллектив, мы в нашем репертуаре, гигантском, колоссальном репертуаре, очень много произведений, прежде всего, русской классики. Может быть, потому что именно вы духовные песни поете, русские, они менее популярные, да? Может быть, поэтому? Ну, нет, так сказать нельзя. Дело в том, что получилось, что в 90-е годы, когда коллектив был создан, да, классическое, настоящее русское многоголосие, оно было, конечно, не так востребовано у нас здесь. Но вот тогда, в 90-е годы, в первую очередь получилось, что мы вынуждены были пойти на Запад, потому что здесь это искусство не было востребовано. У вас вообще в основном духовные песни? Или... Самый разнообразный репертуар, самый разнообразный. Вообще я могу сказать, что к вам приехал лучший русский мужской хор. То есть так, вот прямо так я могу без сказать. Стеснения. Совершенно, да. Я знаю. В чем эта лучшесть?
Я перфекционист по жизни, и в свой коллектив подбираю людей, которые тоже неравнодушны. Они не должны приходить для того, чтобы только зарабатывать деньги. Они должны относиться к искусству с трепетом, с жаром. А вы знаете, вот я слушал записи, да, и вот отлично, конечно, ребята поют на уровне, да, но вот чувствуется некое, я скажу свое мнение, да, вы не обижаетесь, да? Да, да. Есть какая-то слащавость в этом, мне кажется? И вот это немножко меняет взгляд. Ну, во-первых, все-таки я считаю, что вообще наш коллектив концертный. Вот нас надо слушать в концертном зале. То есть телевизор не передает этого? Бесспорно, и запись не передает, хотя мы очень много над этим работаем. Это идеология жара сердца, позитива, света. Хор называется «Пересвет». Почему? Конечно, в честь национального героя России Александра Пересвета, прежде всего. Который победил Чулубея. Который победил зло. Вот, в том... Тогда, да? Это первое. А второе, в переводе с древнеславянского, пересвет – это ослепительный, светлый, очень светлый, да? И, соответственно, идеологии добра, света, любви, вот того, что мы должны отдать полной меры, как вот, как вулкан света, да? Как протуберанец. Мы должны это отдать зрителю, который приходит, это слушает. И оказывается, что это... более чем востребовано. Потому я слышал, что вы называете себя даже вокальный спецназ. Действительно? Не мы так себя называем, а журналисты так назвали. Журналисты окрестили. Но дело в том, что виртуозы живого звука, российский вокальный спецназ, это определения, которые закрепились за нами. Нам приятно, конечно, это. Почему? Потому что, во-первых, коллектив был создан в год 300-летия российского флота образования. «Пересвет» имя обязывает. И поэтому первый альбом, который мы записали, это песни российского воинства. В том числе, конечно, казачьи песни. Это очень важно, потому что именно, на мой взгляд, на юге России сохранилась та пассионарность, которая еще присутствует в русском народе, и слава богу, что это есть. Пассионарность, что вы имеете в виду? Сила духа. Сила духа. Сила духа русского народа. Здесь вот складывается некая общность, которая динамична и устремлена вперед. Вы чувствуете... песни кубанского казачьего хора слышали? Да, конечно, слышал. В нашем репертуаре есть, естественно, наши эксклюзивные обработки. У нас все эксклюзивное, все такое оригинальное казачьих песен. Мы их, конечно, исполним на концерте. Как мы это делаем? И как это воспринимают без перевода на Западе? Нас на Западе воспринимают без перевода. У нас, собственно, фестиваль там есть, фан-клубы есть. Но... в своей стране мы вынуждены пробиваться. Как пророк. Замкад. Нет пророка. Вот именно так. Да? На самом деле мы бы спокойно могли существовать в Москве. У нас там более чем востребованная аудитория. Но я всю жизнь мечтаю приехать в настоящую Россию. Я за федерализм, за то, чтобы в России везде было хорошо. Везде. Вот для меня это чрезвычайно важно, как для патриота. И поэтому искусство, которое мы несем, искусство света, добра, позитива, любви, радости и, конечно же, настоящего русского мужественного мужского духа. Это то, что я хотел бы вместе со своим коллективом принести вот сюда, на кубанскую землю. А что вы вообще думаете о современной музыке? Блатняк, кабак и попса, которые утвердились на телевидении, это не музыка. И попса и популярная музыка – это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Поэтому популярная музыка тоже может быть абсолютно талантливой. Квин, Абба, Селин Дион – это замечательные примеры. И бывают бездарные симфонии. Ну, а ваша кредо вообще? Вы знаете, а наша кредо такое – вносить гармонию в злобную суету этого мира. Вот это главное. Пусть Пересвет именно этим занимается. Вот, кстати. Пожалуйста. Перед Богом ясного неба, счастья и мира мы вам желаем от Господа Бога нашего. На многое, многое, многое лето, да на многое, многое, да на многое лето. Пусть будет в жизни у вас только свет, Божьей любви душа доживет, для веры спасения и вечного света. Живите на многое, многое лето, на многое, многое.
Больше добавить к этому нечему. В гостях у «Фактов без политики» был мужской хор «Пересвет». А сейчас на очереди рубрика «Афиша» и ее ведущая Полина Каратенко уже в студии. Добрый день, Полина. Здравствуйте, Артем. Вот наши-то пересветовские богатыри русские поют вживую. Мы с вами в этом убедились. А вот кинопевцы, наверное, все-таки под фонограмму. Или кто-нибудь другой за них, может быть, поет. Артем, а артисты киномюзикла «Отверженные», они не только поют сами, но их голоса записаны не в студии, а прямо на съемочной площадке. При этом они плачут, на них льется дождь. И вы эти кадры покажете нам сейчас? Буквально через несколько секунд в рубрике «Афиша». Роман-эпопею «Отверженные» Виктора Гюго множество раз приносили на экраны и сцену. Снимали фильмы, сериалы, ставили музыкальные спектакли и даже рисовали аниме. Оскароносец Том Хупер тоже прикоснулся к прекрасному и снял киномюзикл. Только в первый день проката он собрал около 20 миллионов долларов. Это абсолютный рекорд среди музыкальных картин. В фильме снялась почти вся голливудская плеяда – Хью Джекман, Рассел Кроу, Энн Хэтуэй. Интересно, что голоса актеров записаны не в студии, а прямо на съемочной площадке. Режиссер хотел добиться сиюминутности рождения мысли на экране. Мюзикл полон страданий и отчаяния, но, как ни парадоксально, оставляет ощущение торжествующей любви и надежды. Завтра в Краснодаре ожидается эпидемия. Российская рок-группа выступит в Аренахолле. Ее стиль – пауэр-метал, который еще в шутку называют хэппи-метал. Это довольно оптимистичные песни про фантастических героев. 9 лет назад коллектив поставил первую в стране метал-оперу «Эльфийская рукопись». Это было целое шоу со сказочным сюжетом, мощным вокалом и эффектными декорациями. Спустя 3 года появилась и вторая часть – «Сказание на все времена». В Краснодар декорации не привезут, но исполнят песни из 2 постановок. Дмитрий Дюжев покажет «Свободную любовь». Это комедия от скандального и модного режиссера столицы Андрея Житинкина. Кто-то называет его спектакли бесстыдно откровенными, другие – поэтично чувственными. «Свободная любовь» – это постановка по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки». Дюжев там играет музыканта – молодого, красивого, сильного и слепого. «Свободная любовь» с пыхтящей и легкомысленной актрисой. Он сбежал из классики в джаз из-за музыкальное дезертирство. Вот уже 30 лет, не покладая рук, играет на саксофоне. Эрик Александер – один из лучших джазменов мира. С редким темпераментом и решительным напором он выдувает идеально отполированные звуки. Его музыка отличается теплотой и мелодичностью, а смелые джазовые вариации удивляют простором воображения. 6 февраля вместе со своим джазовым квартетом Эрик Александер сыграет для краснодарцев программу «Нью-Йорк, Нью-Йорк». На коне он не раз объехал экватор, если посчитать все километры, которые Юрий Мерденов провел в седле. Но меркубанские казаки, циркач показал всему миру и даже папе римскому. Несмотря на свои 77, народный артист России все еще на коне и обещает показать чудеса джигитовки на арене краснодарского цирка. Кошки и попугаи удивят сообразительностью, а гимнасты и канатоходцы будут рисковать жизнью ради восторга публики. Ну, улыбаться и смеяться можно не только в цирке, но и в жизни. Улыбайтесь! Да, как говорил тот самый Мюнхгаузен, ведь все глупости на земле делаются именно серьезным выражением лица. Так что позитивных вам выходных. До свидания.